21 марта. Память мученика Владимира Ушкова, псаломщика. Владимир Егорович Ушков родился в 1885 году в селе Конобеево Бронницкого уезда Московской губернии в семье крестьянина. Окончил сельскую школу. В 1914 году Владимир был призван на фронт, где был тяжело ранен, потерял руку. В 1920-х годах был избран старостой церкви родного села Конобеево. В 1930 году все имущество Владимира Егоровича было отобрано властями. Затем ему предложили уплатить налоги. Так как этого сделать он не мог, то 2 февраля 1930 года был арестован и приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей и 5 годам ссылки. Однако Владимир Егорович обжаловал приговор и был освобожден. После освобождения он вновь начал исполнять обязанности церковного старосты, а со второй половины 30-х годов стал служить в храме псаломщиком. 19 января 1938 года Владимир Ушков был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности. Лжесвидетелем в его деле выступил председатель колхоза. Все обвинения Владимир Егорович отверг. 19 сентября особое совещание при НКВД приговорило его к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. Псаломщик Владимир Ушков скончался в заключении в Онеклаге 21 марта 1942 года и был погребен в безвестной общей могиле.